Главная тема для художника Александра Фомина – возрождение России. Особенно трепетно он относится к Москве, столице на многих его полотнах. Сейчас Александр работает над картиной, которая называется «Замоскворечье». Сейчас, в конце своей работы, я с удовольствием создаю эффекты, которые сразу невозможно сделать. Эффекты свечения, эффекты теней, как сейчас, видите? Подсветка от входа в банк подсвечивает козырек, видите? Чтобы подсветился козырек, надо дать контраст. Александр Фомин родился в 1966 году в Москве в простой советской семье. С детства любил искусство, но ничто не предвещало, что живопись станет делом всей его жизни. В юности он решил посвятить себя спорту и стал профессиональным гимнастом. Но на судьбу будущего художника во многом повлиял его старший брат Сергей, который занимался живописью. Александр взялся за кисть в 23 года. Я первую картину продал за 3 рубля свою. Мальчик купил маме в подарок. И меня это очень вдохновило. Я купил очень много красок. В советское время 3 рубля – это деньги были. Теперь работы Фомина известны во всем мире. Он не только автор картин, но и учитель. Передает свое мастерство начинающим художникам, в числе которых и его дочь Ангелина. Это очень интересно. Всегда наблюдаю за папой, захожу в его мастерскую. У нас дома есть его отдельная комната. Вот, это всегда было очень таинственно, потому что заходишь, там огромная палитра, которая весит очень много килограмм, даже ее невозможно поднять. Всегда рассматривала. Тихонечко, когда папа не было дома, брала краски, пробовала что-то рисовать. Как живет и творит Александр Фомин и почему он начал называть себя художником только в 50 лет, смотрите в программе «Специальный репортаж» сразу после выпуска новостей. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».